Ночные температуры будут составлять в пределах 15-20 градусов выше нуля, а дневные температуры 30-35. И в южных районах области к концу недели будут наблюдаться температуры до 38 градусов. По словам синоптиков, дожди будут местами и кратковременные. В западных районах возможны даже грозы. Такую погоду принес нашу область антициклон. Под его влиянием и пройдет вся неделя.